Он начал петь еще ребенком и вырос в настоящую звезду российского шоу-бизнеса. От такой славы хоть у кого голова пойдет кругом. Только в нашей программе настоящая личная жизнь Сергея Лазарева и его самые сокровенные желания. Иногда бывают срывы, но хочется картошки на ночь. С кем певец засыпает по ночам? И просыпается по утрам? И на что он пошел ради популярности? Ты не поверишь. Артист должен быть красивым, уверен певец Сергей Лазарев. Поэтому каждый день он пропадает в спортивном зале. Здесь у меня сейчас 40 килограмм, здесь 40 килограмм. Но это не предел, это только разминка, друзья. Таскать тяжелые штанги Лазарев начал всего год назад под чутким руководством личного тренера. Иногда мне приходится тягать нереальные веса. Когда я ему говорю: Саша, я больше не могу. Он говорит: это как это? Надо, Федя, надо. Мама. Не жалеет. О мускулистой фигуре Сергей мечтал с самого детства. Чтобы удержать в руках микрофон, нужны и бицепсы, и трицепсы. Я вообще изначально дохлый, вообще вот такой вот. Это было моим главным комплексом в детстве. Ради кубиков пресса певец вынужден сидеть на белковой диете. Но у Лазарева бывают срывы. Самое убийственное для меня — это в 2 часа ночи кружка с чаем и конфеты. Мы пытаемся сделать плоский живот. Нет, я пока не буду показывать его. Пока стыдно показывать. Стеснительный певец на сцене с детства. Сначала он пел в знаменитых «Непоседах», а потом вместе с Владом Топаловым в популярной группе «Смэш». Певцам до сих пор вспоминают их дуэт. Очень много клеветали меня, Сережу Лазарева, о нашей якобы там любви друг к другу. После скандального расставания Лазарев и Топалов уже 7 лет работают отдельно. Каждый делает свою работу. Сейчас Лазарев записывает новый хит. Старую песню Юрия Антонова. Дай мне в жены Анастасию. Я удивлюсь, что скажет Лера Кудрявцева, которая, когда услышит, как я пою: «Дай мне в жены Анастасию». Я жду, может, как переделать. «Дай мне в жены Валерию Кудрявцеву». Сергей давно заявил о своих чувствах к телеведущей. Но миллионы поклонниц обливаются слезами, когда смотрят на эти фотографии. Шоу-бизнес обязывает не только хорошо петь, но и профессионально позировать. Каждую неделю у Лазарева многочасовые фотосессии. Певец знает, в какой позе он особенно хорош. Рабочая сторона моя, где получаюсь хорошо, это вот это левая, правая менее удачная. Для красивой фотографии идеальная прическа, макияж и костюм в иголочках. Зих! Все закреплено иголочками. После 3 часов работы Сергей посмотрел снимки и разочаровался. Волосы кажутся грязными. Надо вымыть. Мыл голову холодной ледяной водой. Чуть не простыл. Но даже с насморком и температурой певец не отменяет концерты. Ради зрителей он терпит все. Сегодня ему придется обойтись без личной гримерки. 2 секунды назад ее покинул Ираклий и Дима Билан. Селят по 2-3 артиста сразу одновременно. Но Лазарева это не смущает. Он запросто может переодеться и при коллегах-артистах. А вот перед камерой стесняется. Костюмчик мой сегодняшний. Ну ладно, дайте я переоденусь, потом вам покажу, какой я красивый буду после. Я хочу, чтобы эта песня не кончалась. Вот теперь можно и на сцену радовать зрителей своей красотой и талантом.